Здравствуйте, мои хорошие! Снова с вами магазин Lucid.ru. И сегодня у нас такая прелестная база с натуральным речным жемчугом от компании Vega и, конечно, в серебре. Смотрите, интересный комплект. Мочка уха у вас будет прикрыта вот таким древовидным орнаментом, да, по серебру. Смотрите, какая интересная работа. Возьмем сережки поближе. Видите, прям древовидный орнамент, листики так хорошо обвили жемчужинку натуральную. Обратите внимание, что черный жемчуг у нас по цвету, он все-таки имеет разный оттенок, да. Вот этот немножко уходит в синий такой тон, а вот этот, видите, в такой шоколадно-кофейно-коричневый. Итак, с темным жемчугом, с синим отливом у нас колечко, сейчас посмотрю, колечко размера 19. По замочку на сережках хорошее, совершенно большое открытие, длина штифта 7 где-то, порядка 7 миллиметров, практически нет занижения, но тыльная сторона швензы приподнята, и сережечки заваливаться не будут. Обратите внимание, что относительно центра они немного разные, это не критично, но тем не менее есть. И вот такая прелестная красота, причем комплект, знаете, интересно сделан. Он, с одной стороны, классика, но не совсем классика. Вот она, видите, витая лиана такая идет. Есть в нем и брутальность, есть в нем и женственность, то есть все зависит от того, в какой ситуации и в чем вы будете надеты. Вот такой многоиграющий. 19 размер колечка и 19 за счет того, что шиночка все-таки широкая, я примерила на 18,5, мне прям село, видите, вот хорошо не шевелится, плотненько сидит и то, что надо. По размеру, мне кажется, тоже комплект очень универсальный в плане того, что он не слишком большой, но и не совсем маленький, да, как бы. 18,5 темный жемчуг такого вот коричневого отлива, причем жемчужинки, сейчас я вам покажу обязательно поближе, они подобраны, видите, совершенно идеально, поэтому, конечно, лучше брать комплектами, да. И по белому жемчугу. Белый жемчуг, он, конечно, имеет отличие, но не такое кардинальное. Наверное, все-таки отличие больше в блеске, да, такое есть. Вот это вот, например, жемчужинка более блестящая, хотя, если как посмотреть, но у нее желтизна есть некоторая. Итак, по размерам смотрим. 17,5 колечко есть. Есть колечко 18. И есть колечко 18,5. Ну вот, знаете, прям вот полразмера, конечно, нужно. Покажу вам, как смотрится беленький жемчуг. Это прям такая хорошая база и классика. И жемчуг — это всегда палочка-выручалочка. Вы в нем всегда к месту, вовремя и очень интеллигентно смотрится. Так что заходите в наш магазин, выбирайте натуральный речной жемчуг в серебре качества Vega. А мы ждем вас вновь.